просыпаюсь. Мамка с утра у нас в огороде свои ягодки обихаживает. Какая красота. Ну, я не знаю, вот сейчас можно их укоренять, нет? Вот сейчас. Сейчас сентябрь. Ну, до августа месяца как-то укореняет их. В августе, а потом уже как-то все. Потому что их корни потом просто замерзнут. А я сестренник там корень. Кора. Или нет? Кора. Вот такие сестерник ягодки. Сестренник-то уже язылган. Друг за другом цветут, друг за другом... Надо вот этот... усыварно ведь пересаживать. А это большой, почему такой он не цветет? А, ты знаешь какой? Я знаю, это какой цветок. Это... Мальчик? Нет, не мальчик. Это не ремонтантная ягода. Это летом дает. У меня зилеклерин утра. Зилеклерин. Это тоже не этот... Не убирай, это потом летом даст на следующий год ягодку. Вот это. А, нет, не трогаю я ничего без этой. Первый раз жизни такой вижу, что ягоды... Без календаря я ничего не трогаю. Первый раз вижу такие красивые ягоды, еще никогда в жизни такие ягоды не видела. Это очень красивые ягоды. Как все-таки они красиво цветут. Вот. Последний малину собрала.